Кокла театры бу ажайып, тылсымлы дуньядыр. Білгеніміз кыбы Кокла театры та Академи Юнистанда пейда олып, бүгінгі күнімізге инкешаф этмеге, девам ете. Кеченлері Сиях Межиттікі Кырым Академик Кокла театрынды Тимсаққа не олды серлевалы саналаштырманын премьерасы олып кечті. Это еще не все, что с ним случилось! Бу ажайып саналаштырманын режиссеры, Кырым Жумхуриетинде нам казанган артист Дарья Ярошенко быз эле оз дуйгулары ве саналаштырманын коюлмасы эснасынын инжеликлеринен пайлашты. Зрители увидят спектакль «Что случилось с крокодилом?». Это очень известная история, когда у крокодила рождается не крокодиленок, а цыпленок. Это очень часто используется в разной литературе. Но именно пьеса Марины Москвиной мне понравилась тем, что она говорит о том, что когда крокодил принимает этот дар и начинает обучать своего цыпленка, он в первую очередь учится, развивается и взращивает именно свои крылья. Мне кажется, это очень важный элемент для родителей. Бұт есірлі икеяның терен бір манасы бар. Бұ саналаштырмада сіз бір шеге бақмадан эпісі бір азат олмақ ве озыне инанмақны огрене білесіңіз. Саналаштырманың тымсаққа не олды серлевасы оның мүндережесінде ачы қайдын акс олына. Саналаштыруфда тимсақларының доғылу вэснасы көстерілі. Баш қараман, бұ башқа тимсақларға ошамаған тимсақтыр. Ләкін саналаштыруфының адына кечсек, керчектенді. Тимсаққа не олды деген суал пейда ола. Бұтын саналаштырма девамында тимсақнен тек нелер олмай. Бірінжіден оның балачығы доға, ләкін башқа тимсақларға ошамаған. Баш қараманның баласы саде тауық чипчесыдыр. Фақат саналаштыруының ән мерақлы қысмы бұ баба ве оғыл арасында олған жылы мұнасебеттір. Баш қараман озы тимсақ, оның баласы есе чипче олса да, әбір оны пек севе. Жемаатқа да құлақ асмайып, оз баласынен ғұрланайды. Саналаштырманың ресамы Галина Бессинная да саналаштырмаға олған мұнасебеті ақында тариф етті. Мне важно было, чтобы естественно, вся картинка максимально отражала ту идею, которую мы хотим передать, то, что мы хотим сказать зрителю. Поэтому в какой-то момент просто возникла такая идея создать некую такую иллюзию потребительского мира. То есть у нас одновременно на сцене завод, который является и заводом, и магазином, потому что у нас есть там заводские трубы, при этом стол, который напоминает вот этот конвейер, как мы ходим в супермаркеты. Бу ажайып саналаштырма. Эм балалар, эм де буюклер үчүн пек мераклы олур. Актерларынын усталыгы исе эпосы сейржилерні тылсымлы театр алемине алып кетті.